Учителя средних школ Греции по давлению властей были вынуждены отменить назначенную на пятницу забастовку, которая угрожала сорвать начинающиеся 17 мая вступительные экзамены в вузы страны. Забастовкой учителя хотели выразить свой протест против уменьшения в два раза зарплаты и увеличения рабочего времени. Власти на время проведения экзаменов объявили гражданскую мобилизацию 86 тысяч учителей. Если преподаватель откажется выполнить решение о мобилизации, ему грозит трехмесячное тюремное заключение и увольнение. Мы очень волновались, не знали, состоятся ли экзамены вообще. Сейчас мы должны сосредоточиться, но это очень сложно, когда царит такая неопределенность. У нас есть программа подготовки к экзаменам. И мы боялись, что если из-за забастовки придется что-то переносить, то это отрицательно скажется на качестве подготовки к вступлению в институт. В столице Греции работает корреспондент телеканала Евроньюз Стаматис Гианисис. В моих руках копия правительственного указа о гражданской мобилизации. Этот документ и определил судьбу забастовки учителей. Они согласились не срывать проведение экзаменов и провести их до конца. Но это вовсе не означает, что учителя сдаются в ожесточенном споре с правительством.